Шила Прабхупад объясняет. Я хотел последний еще стих, который я хотел прочитать. Также считание Чаритамриты. Здесь говорится о том, что тот, кто слышал свое имя Кришны из уст Шри Чайтаньи Махапрабху. Кто-то слышал святое имя Кришны из уст Шри Чайтаньи Махапрабху. Другие слышали святое имя от него и так далее. Так, передавая святое имя из уст в уста, все обитатели тех мест стали вайшнавами. Все они повторяли святое имя Кришны и Хари, и при этом танцевали, плакали и смеялись. Комментарий. В этом стихе объясняется трансцендентное могущество Махамантры Хари Кришны. Bye.
Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.